За 10 лет 27 эпизодов удушения женщин. В лесу, на трассе, в чистом поле. Старший следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры. То есть вы хотите сказать, что 10 лет подряд какой-то псих убивает женщин, и его не поймали? Рад, что у нас признали, наконец, существование маньяков. А суицид ты тоже на этого психа хочешь повесить, да? И раскрытые дела тоже. Расследование надо возобновлять. 2004 год. Задушены клепом скошенной травы. Какие девушки больше нравятся? Брюнетки, блондинки, рыженьки, там. Мне нравятся мертвые. Ипатьев, слушай. Я убил много баб. И скоро еще убью. Удушение — это же не только ощутить власть. Это удовольствие. Убийца видит, как из жертвы уходит жизнь. Это ты, главный душегуб.